Улица Трудовая в приятном ожидании. Живой изгородью эти аккуратно сложенные стебли кустарника станут только весной. В сквере их будет 150. Озеленение не оставило равнодушным и вот этого человека с остановки. Он сам вызвался помочь и принялся активно орудовать лопатой, а затем еще и поливать водой. Я родился в деревне, это все мое. Я просто хотел принять участие, хотя бы посадить одно дерево, хотя бы принять участие в озеленении города. Я люблю Рязань, очень люблю Рязань. Спирея ивалисная – один из самых популярных вариантов создания так называемой живой изгороди, считается самым экологичным. Высота куста обычно не превышает 1.5 метра, но в этом сквере ограду будут еще подравнивать весной. У нас продолжаются работы по благоустройству скверов. В настоящее время мы сажаем живую изгородь в сквере на улице Трудовой. Живая изгородь у нас из спиреи. Спирея отличается своей густотой, своим ярким и продолжительным цветением. Также оно неприхотливо в плане погодных условий, грунта, полива и других особенностей. На улице Трудовой дальнейшее озеленение не завершится. Так называемый месячник в дирекции благоустройства только стартовал. На очереди улицы Грибоедова, Великанова, Семинарская и Первомайский проспект. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».